Недорогой утюг с вертикальным отпариванием. Сегодня в обзоре утюг Endeavor SkySteam 713. Кроме прибора, в коробке лежат мерный стаканчик с носиком и документация пользователя. У модели стандартная керамическая подошва с защитой от накипи. Она легко скользит по ткани и не заминает ее. Резервуар для воды вмещает 300 мл. Благодаря индикатору уровня, за наполненностью бака несложно следить. Есть удобный долив с помощью мерного стаканчика с носиком. Мощность прибора 1800 Вт. Под ручкой расположен регулятор температуры с несколькими режимами. Для хлопка, шерсти, шелка и льна. Подписи выполнены очень мелким шрифтом. Функция постоянной подачи пара мощностью 300 грамм в минуту обеспечивает быстрое разглаживание складок на одежде. Паровой удар мощностью 130 грамм в минуту поможет разгладить заломы даже в толстых и капризных тканях, например, льне и жаккарде. У утюга есть кнопка разбрызгивания воды из отверстия над носиком. Она понадобится для быстрого разглаживания сложных или особо мятых участков ткани. Благодаря функции вертикального отпаривания можно гладить на весу вещи из деликатных тканей без страха их испортить. Что важно, здесь есть противокапельная система. Утюг сам перекрывает водяной клапан и не оставляет мокрых пятен на одежде. В уходе прибор неприхотлив. Достаточно протирать керамическую подошву влажной мягкой тряпкой, чтобы продлить срок ее службы. Подведем итог. Утюг Endeavor – доступная модель со всеми необходимыми функциями для глажки. Противокапельная система защитит от мокрых пятен на одежде, вертикальное отпаривание позволит аккуратно гладить деликатные вещи, а паровой удар справится даже с самыми сильными заломами на тканях.